Привет! С вами снова Таня. Это проект «Моя женская лига». И сегодня мы поговорим о наболевшем. Вы часто задаете мне один и тот же вопрос. Как бороться с боками? И сегодня я представлю вам пару эффективных упражнений. Начнем? Первое упражнение. Ложимся на бок, опираясь на локоть. Напрягаем ноги и выполняем подымание ног и небольшое подымание туловища. Это мы делаем для того, чтобы задействовать бока и заставить их сокращаться. При поднятии делаем выдох. Не заваливайте корпус, лежите ровно и выполняйте поднятие вверх и опускание вниз. Делаем подходы по 30 раз, после чего выполняем все то же самое на другую сторону. Следующее упражнение. Корпусом опираемся на руку. Выполняем опускание ровным корпусом вниз и поднимание максимально вверх. Делаем подход по 25 раз. Потом меняем положение на другую сторону. Теперь встаем. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Выполняем смещение туловища в стороны, максимально сокращая бока. Делаем выдох на каждое смещение. Не заваливайтесь вперед или назад. От этого зависит правильность выполнения и вашего результата. Выполняем подход по 100 раз. Следующее упражнение очень похоже. Делаем все то же самое, только теперь ровным корпусом выполняем наклон в сторону вниз, рукой пытаясь дотянуться до коленей. При наклоне делаем выдох. Бедра должны быть на месте. Корпус напряжен. Выполняем подход по 100 раз. Теперь становимся к опоре боком. Носочек натягиваем на себя. И выполняем поднимание ноги в сторону. Старайтесь, чтобы пятка вела ногу вверх, а не носок. При поднятии делаем выдох. Нога должна быть напряженной. Выполняем подход по 30 раз. Сразу переходим к другому упражнению. Стоя к опоре лицом, чуть разворачиваем стопу перпендикулярно опорной и натягиваем носок на себя. Выполняем поднятие. При поднятии выдыхаем. Делаем подход по 30 раз. Переходим к комплексу. Сначала поднимаем ногу в сторону, потом назад. Делаем подход по 30 раз. После чего меняем ногу и выполняем 3 упражнения на другую ногу. С вами была Таня. Это проект «Моя женская лига». Подписывайтесь на наши новые видеозаписи. Оставляйте свои комментарии. Заходите на наш сайт. Тренируйтесь, и у вас все получится. Желаю удачи!